21 марта во всем мире отмечают День кукольника. Как только не называли народный театр батлейку. Вертеп, батлеемка, остмейка. Однако свое название батлейка получила от города Вифлеема, где по преданию родился Иисус Христос. На белорусские земли батлейка пришла в 16 веке из Европы. И в ту пору сложно было представить народные праздники без кукольного театра. Батлеечники вандравалі па ўсёй краіне, іх сустракалі як гасцей такіх дарагіх, асабліва радаваліся дзеці, таму што батлейка яна ў асабленні цікавасці, сказачнасці і таямнічасці. Потым пачалі ўзнікаць тэатры пры школах. Адзін з самых вядомых тэатраў батлейкі гэта быў арганізаваны манахам-настаўнікам Сімеонам у горадзе Полацку. Деревянный ящик с двумя уровнями, куклы и несколько актеров – главные герои такого театра. На втором уровне батлейки традиционно показывались библейские сюжеты, а на первом можно было увидеть бытовые сцены. Постепенно батлейка стала терять свою популярность. Однако ученики 4 класса от Снежинской средней школы не дают традициям кануть в лету, поэтому готовят различные постановки. Гэта былі звычайна традыцыйныя, як цар Ірад, чырвоная шапачка на ўжо сучасны манер. Мы зараз вясной будзем святкаваць вельмі цудоўнае свята, свята Вялікадня. І вось вучні 4 класа рыхтуюцца да гэтага свята, і яны працуюць над стварэннем спектакля менавіта дзеля гэтага свята. Хочаш кушаць, ты открываеш рот, ціў-ціў, тебя накарміць, ціў-ціў, вот што ёсць. І вот, пакушай, мілы, да смотри, не хны, ведь кушаеш ты пасхальны куліч. Я не плачу, і высохла сліза, і радостью наполнились глаза. Возьміце в добрый путь, скорей з собой меня, прославить с нами радость Пасхи дня. Да, а я тебя немножко понесу, хоть и боятся все меня в лесу. Ребята с удовольствием посещают репетиции, продумывают образы и вникают в своих персонажей. Мне нравится батлейка, потому что она радостная и веселая, сказочная. Я показываю героя ангела и бабушку. Батлейка, батлея, чаровная идея. Я играю совесть и птенчик. Совесть будет убеждать волка, чтобы он не съедал красную шапочку и стал добрее и мог попросить у красной шапочки, а не съесть ее. Мне нравится батлеечный театр, потому что мы весело проводим время. Кукольный театр во Снежинской средней школе был создан несколько лет назад, однако его история только начинается.